В этом году исполняется 100 лет со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны, известного государственного и общественного деятеля Мухтара Ажгулова. Отдавая дань уважения его заслугам, в Уральске организовали турнир среди ветеранов. За проявленное мужество в годы войны и работу в мирное время Мухтар Ажгулов награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени, трудового красного знамени, медалью «За отвагу», орденом «Курмет» и множеством других орденов и медалей. Его заслуги перед страной помнят и в наши дни. Об этом говорили участники шахматного турнира, который собрал 20 ветеранов. Мероприятия, посвященные героям войны и труда, найдут свое продолжение, отметили организаторы. Турнир посвящен Мухтару Ажгулову. В память о нем пройдет еще ряд мероприятий. Мы внесли предложение, чтобы присвоить его имя улице в городе, а на доме, где он жил, установить мемориальную доску. Ждем ответ от Управления культуры. Думаем, этот вопрос найдет свое решение.